где я играю на серверах Magic Rust. Всем привет, дорогие друзья, с вами Бунисакур, Химик и Настя. Сейчас они со мной не в одной комнате в ТС, потому что я решил как бы немножко с вами поболтать. Останемся с вами, так сказать, наедине. Я с собой взял очень много кирок. Сейчас, сколько, 19 человек онлайн, потому что сейчас времени где-то 9 часов утра. Я не ложился спать после нашего фейла с мастером. Я делал видосик, вам пилил, рендерил его после этого. И сейчас, на данный момент, вот 95% обработано. Число сегодня, я даже не знаю, какое. Я вам сейчас, наверное, не скажу вам. Короче, прошло где-то 5 дней, как я начал сезон на этом сервере. Так, это у меня фейк, да. Я тут дверей просто понаставил. Идем мы с вами сейчас лутать сульфур. И по дороге я вам расскажу небольшие такие страсти. Итак, у меня сейчас на данный момент, получается, вышло видео. Хоть я это, как вам говорю из будущего, да. Вышло видео по поводу фейлов, жестких фейлов, где мы с мастером еще зафейлились, нас убили. Это было очень печально, конечно, но пацаны вот так вот зарылись глубоко под в эту пещеру. Ну как бы там, извините, у нас выхода нету, мы не знаем куда бить и так далее. Ну убили нас они, конечно, по жесткому, хоть я там и хеды ставил, и мастер хеды ставил, что-то они какие-то крепкие орешки попались нам. Ну так вот, о чем я вам хочу сказать. Возможно, вы там в комментариях пишете «фу», там «дно», потому что, наверное, серии 2 получится у меня с фейлами. Я не буду их вырезать, потому что, как вам сказать, ребят, это является у нас правдой. Те, кто показывает вам чистую скиллуху, чистые рейды, то есть все такое вот, то, что кто-то герой, все это... По-русски вам скажу, пиздеж и провокация. Нет, я не пытаюсь себя оправдать. Я пытаюсь сказать то, что вот эти пацаны, Мур, клан у них, я до сих пор даже помню, они потом после видео этого написали мне, что будет ли это в ролике. Я им ничего не ответил, я вообще никому в чате не отвечаю, я очень редко с кем-то общаюсь в чате. Да, как бы я сначала подумал, думаю, а стоит мне вот это вот реально выпускать, если там на ютубе, там везде можно... Может говно развестись какое-то, что типа вот, все там, ты стал дном и так далее. Я решил все-таки это все показать вам, потому что, ну, что поделать. Это есть правда, во-первых. А во-вторых, тем же самым пацанам из клана Мур будет очень приятно посмотреть то, как они нагнули. Пускай нас двоих, да, но они нас нагнули. И нагнули нас нормально, скажем так. Чем сейчас мы занимаемся? Все пошли у нас лутать сульфур, потому что, ну, как бы, я хочу их зарейдить. Возможно, они уже смотали удочки, как бы, смотались на другое место проживания, скажем так. Ну, это, как бы, это их право. Но видите, здесь в чем проблема. Как только ты рейдишь кого-то в офлайн режиме, да, то есть, у него все спрятано. Так же, как и, в принципе, у нас. Единственное, вот сейчас мы ничего не прятали, потому что нам и прятать-то нечего. Что нам прятать? Хер вот тучу оружия, там, металла, хай-квалити и так далее. В принципе, учитывая, что, вот, смотрите, у меня 10-й левел рудокопа, все это можно обратно вернуть очень быстро. Вот, а с сульфуром это, конечно же, большая проблема. Вот, поэтому, что я вам хотел сказать? Хотел сказать, что вот вы, как бы... Видите, часть, ну, большую часть, получается, правды, которая происходит. Не все мы такие крутые тащеры. У всех бывают какие-то изъяны, кто-то что-то не заметил. Но как бы и то, я хочу обратиться к вам, кто именно писал комментарии по поводу шкаф. Окей, шкаф, окей, я не засчитываю, да, я там затупил, не поставил его и так далее. Но то, что там где-то на аэропорту вывалился у чувака дробовик, ну вы прикалываетесь, что ли, ребят? Это какой-то обоссанный дробовик. Вы поднимаете какой-то хайп, что я его не поднял. Там человек 30, наверное, написал. Меня просто немножко подбешивает то, что один написал. Хорошо, 10 человек. Ну ладно, еще куда ни шло, написало по поводу этого. Но там 25-30 комментов по поводу того, что я не подобрал какой-то обоссанный дробовик. Когда у нас дома лежит 400 хай-квалити, я могу скрафтить там 10 этих дробовиков. Будьте немножко внимательнее, что ли, сами, а не меня тыкать носом в это. И не повторяйте свои комментарии, потому что реально за это хочется банить. Ну, просто реально, зачем повторять одно и то же, как бы. Это, я считаю, неправильно. Но это мое личное мнение, вы можете считать как-то по-своему. Вот. Так, смотри-ка, уже все погрызанное.
То есть вот так вот. Я решил все-таки, просто я, наверное, веду к тому, что я решил все-таки вам все это показать. Сейчас онлайн опять начнет подниматься до 150 человек, опять начнется полное мясо, опять мы не сможем выходить нормально из дома. Но будем пытаться что-то набирать ресурсы для рейдов и рейдить пока люди онлайн. Вот такие вот дела. Ну что ж, я был рад с вами очень пообщаться. И возвращаемся к нашей теме и продолжаем наш сезон. Короче, ребят, я что думаю? Мы должны выбрать с вами место в пустыне, взять камушек, взять геологички и нахерачить просто херову тучу заводов, обставить их шкафами. А почему в пустыне? Там мы вчера, ну потому что там большинство. Ну, сера где у нас добывается? Сера у нас добывается либо в пустыне, там раньше было топливо. Вот, где в зимнем биоме у нас добывается что, high quality? Вот, в пустыне, ну, здесь... Пустыня сера... Не, ну пустыня была раньше топливо. Сейчас я так понял, что она по большей части там будет располагать на серу. Там пустыни сейчас ни хрена нет. Мы вчера так и хотели в пустыне где-то поставить завод. Серу, поставили здесь. Серу пойдем, кстати, завод прям. Серу можно и тут найти. Здесь можно серу найти, но ты видишь, как мы плотно застроены. У нас на дороге стоят союзники. Подальше чуть-чуть, какая разница. А остальные дома все зарейжены. Не-не, Настя, правильно, да, в пустыне, потому что здесь мы вчера поставили... А, нет, я хочу выбрать тысячи... большую площадь, чтобы мы могли поставить заводов несколько. 6-7. Понял. Знаете, мы вот здесь вчера иду? Поставили ну, завод. Ну так давайте сейчас вот камни пойдем все вместе туда лутать, как раз поищем место. У нас, короче, с этого завода вышло 1000 топлива заправили, вышло 4700 серы. За полтора часа. Нормально. Да. В принципе, ну это за эти полтора ненормально. Часа, плюс ты еще за межбой не можешь и сам лутать. Да, нет, я понимаю, что как бы не, это я тебе все просто объясняю. Получается, мы ничего не делаем, а завод за нас все делает и 4000 добывает. И мы еще в это время делаем то и же самое. И мы еще, да, фармим. Так это еще плюс. Но при я считаю, что 1000 часа. Топлива, тебе не кажется, что это перебор за 4000 этого? Да не, это я да. Как бы это без проблем, потому что там кожевника он себе качнул до 6 левела, и там в жире купаешься. Да, лол, ты же видел, сколько я тогда жира приносила, забей вообще. Это бред. Я там сколько? 1003 жира, наверное, принесла, пока бегала. За все это время. Ну... Там у нас топливо-то было. Охренеть. Ну, короче, я думаю, что все-таки смысл есть, чтобы конкретно рейдить какие-то есть. Базы. Мы... Я ничего не Потому говорю. Что я тебе говорю, мы за ночь сегодня с мастером заколебались лутать, чтобы дозарейдить пацанов. Ой. И в конце они нас убили. Все отлично, блядь. Ну я 7000 налутал, нам хватит этого на то, чтобы сделать геологички нормально и найти место. Ну там 20. Кстати, я нашла такое место. 73 получается геологически. Крафчу, да? На еще одну. А че он меня не трогает? Ага. Кинул на адекватно. Кинул на адекватно. Баба! Все, 74 сделал. Отлично. Так, я единственное забыл взять железный топор. У меня есть. И что? Где место? Или что это? Это просто из-за ТП шел, да? Да. Да так. Вот полянка какая-то. Ну вот, кстати да, говоря, да. Тут этот, скала вон это. Скала-то по... Да ну, скала-то по барабану. Ну. Блин, конечно, ну, здесь местность пробежать. Вообще кривая. Пойдем а что дальше, у нас, глянем. Подожди, по карте-то? Вон плоскость и дальше вот здесь где-то идет, за этой ну, скалой. Ну, я туда иду, да-да. Вот здесь давайте пробовать. Угу. Вот здесь вроде неплохо получается. Да? Да. Так, все, билдинг план делаю. Ну надо отсюда начинать, мне кажется, вот именно, с центра. Нет, кибитку сначала поставим, я имею в виду. А, понял. Так, все готово. Беру, значит, 47 геологичек и погнали. Давай их взрывать. Че? Не, ничего. Ну, кто-то хочешь помочь? Давай. А, я что-то крышу не застроил. Ну ладно, потом это сделаю. Так, вот, значит, наш дом. Начинать можно уже отсюда кидать. Камень. Говно. Блин, надо желательно ровные местности еще выбирать. Угу. Это желательно может оказаться нужным. Камень. Я заебался, когда выбирал место. Фига ты, блин, Бонни. Мажор. В смысле? Так квадраты, кидай. Они бывают и полукружком. Сюда хочу, сюда. У меня нет. Не Бонни не дал. В смысле, в ящике все лежит? Возьми. Вообще ничего нету, ё-моё. Я же говорю. Отсюда надо, отвечай будет, озерни. Давай.
Сейчас камень встал. Вот здесь будет. О, что-то выпало дохуя. Камни, сера и фрагмент металла. Metal ore здесь. Вот так. Здесь фрагмент металла валялись. Угу. Вот это значит дыра, да? Да, надо. Я тогда ее сразу займу, вот так. Угу. Да, она минут 10 лежит. Нормальных бонни кидает. О, что-то вывалилось. Вывалилось. Да, я вижу. Где? Вижу. Сульфур, сера. Отлично. Вот так, первый завод, во, там второй. Отлично, там второй завод. Два так, завода. Погнал сюда. Настя, пусть сходи валяется. Пока за заводами. Сейчас. Да, и ты брала этот... Да. Георгички, да. Дай, пожалуйста. Угу. Их можно, кстати, будет... Фига там, смотри. А, спящего. Минус 3 там. А вот и рейдер. Metal ore. Так. Сейчас еще поставится не туда. Уйди. Дай мне второй, Настя. Ааа, не ставится. Дай второй. Все. Уйди. Еще да, сульфур, еще сульфур. Отходи. Давай. Все, могу ставить. Давай, давай. Nice. Мешаешься? Нет. Камень мешает. Камень. Ага. Где-то валяется. Забрал. Все, уходите. Все. Вот. Четыре завода, завода есть. Бонни, я предлагаю вот между теми двумя поставить домик. Вышечку. Давай вот здесь еще попробуем один. Есть еще завод? Да, его завод скрафтить можно. Вот здесь вот именно. Да, вот завод скрафтить, да, изи. Легко. 10к дерева, правда, надо на него. Но это не проблема. Мимо. 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 Ну мимо. Давай, пятый завод, ну. Твою да, мать. На. Не, здесь уже не поставится, детки, да. Вот тут вот в середине покидай. Камень. О, что-то выпало, выпало. Камень. Там. Где в середине? Нет, там мешочек. А, вот здесь. Блядь, вот, вот здесь, вот ты здесь, вокруг. Вот. Ты вокруг ходил, а здесь в середине не кинул. Где? Вот тут, где я стою, Бонни, здесь кинул. Ой. О, вылетел. Сера? Не, железо. Блядь. Железо, блин. Так, а где еще? Вот тут. Ну вот сюда тут, попробуй, тут. Вот. Вот именно. Нет, вот здесь вот. Близко к заводу. Нет, здесь левому. Не поставят. И к правому тоже. Нету. Нету. Да лупыга. Ну давай. Ну блять. Давай вот здесь где-нибудь, вот здесь вот между посмотрим. Давай. У нас камня все равно очень много, оградить можем. Да, нам. Ну давай, еще один завод, ну... хотя бы. О, вот по-любому. Ну, сульфур. Серо. Да, сульфур, ставь. Давай. Серо. А, ставь, надо, отлично, скрафтить, блядь, скрафтить мне надо, нету. Дерево надо. Дерево быстро. Да я давай. На хоум, я на хоум полетел за ресурсами для завода. Давай. Давай. Мы дерево рубим. Давай. А я сижу, охраняю ее. Угу, 49 секунд. Чего я охраню? Настя, а что, если здесь попробовать сделать, короче, не стены каменные, а фундаменты поднять до 4-5 этажа? Где скала? Ну вообще, всю территорию. У нас камней же очень много. Ну, ты представляешь, сколько ты заморочек? Ну, блин, я боюсь, что их оболтают. Дело не в этом, просто я имею в виду, что очень долго все это будем сейчас строить. То, во-первых, ты не забывай, что здесь где-то не сойдется фундамент. Все устанавливаю. Так, где там эта скала гребаная? Вот она. Вот так. Все. Можно огораживать. Че я туплю, я сейчас пойду, там шкафы поставлю, где-то хуй строится. Все, погнали это дело все огораживать. Так, а только в упор в не ставь. Да, ты в ту сторону, в упор не ставь, потому что мы шкафы еще должны установить. И я не знаю, сделаем, наверное, один главный вход или как? Да не, несколько, давай, че один-то? Ну, чтобы, я имею в виду, как мы будем делать-то, я даже не представляю. В
смысле, что именно ты не представляешь? Ну, каждый завод огораживать будем. Я хочу под общую территорию. Можешь забрать. Под общую можешь такая сделать несколько выходов и все. Чтобы как бы не с одной стороны входить можно было и выходить. Так, химик здесь где-то. А, подожди, нам выход надо делать, химик. Подожди, здесь. Ну вот. Все, мы с тобой здесь выход сделать, вот здесь. Это жесть, так. Бля. Но выход это тоже херово. Бах-бах, и нету выхода. Погоди, смотри. Войной. Раз, и вот здесь выход поставить у нас. Так. Тройной выход делай, да и все. Нам надо дерево, Настюш, дай, пожалуйста, дерево. На, 4000. Угу. Угу. Сейчас попробуем замутить. Я думаю, что еще надо каждый карьер огородить, да и все. Ну и заебись. Сейчас, подожди, а вот здесь-то почему не ставится? А, понял, карьера мешает. Так. И что получается, вот этот убираем фундамент? Вот этот. Почему, зачем? Я вот так сейчас сделаю, смотри. Ну. Раз. А, башка варит, молодец. Отойди, отойди, я могу ставить. А, только что... О, сейчас. На нах. Угу. Отлично. Все, грейди. Блин, надо было спуск сделать. Ты сначала пони загрейди. Вот надо было спуск сначала сделать. А что, сейчас не ставите? Нет, конечно. Лестница мешает. Ой, ну, вот эту заремовить надо. Да, это-то позволяет. Каким образом вот ты заремуешь, если шкафа нет? Киянкой, по-моему. Топа киянка работает? По-моему, я не знаю. На. Так, пойду камень пока возьму. Не, я долбоеб, не работает. Не работает? А-а. Да ладно, там, в принципе, и запрыгивать можно. Что, если еще вот так замутить? А, блять, вообще охуенно. Нормально, да? Да, вообще заебись. Оп, так. Только вот здесь щель ебануться. Где? Дай одну стену мне. Вот здесь надо, там я сейчас перезагорожу. Дай стенку. На. На, одна, 70 штук. Охуенно, одна. А чё муры пишут? Нет. А почему нет? Что нет? Ну, я говорю, что если мы с ними еще не закончили, он нет. И три восклицательных знака. Испугался, насал. Почему? Блять, что я пишу? Почему нет? Нет. Отличный ответ. Там IQ, блять. Просто не надо. Че это, пацаны? Настя. Да. Ствол готов. Сейчас он из штанов ствол вытащит, блядь. А вот вижу. Такой тупой, блядь. Бонни, ты под писсоном хранишь. Ну что у него за подарки? Он с пушкой. Я знаю, держи его на прицеле. Да, сейчас сразу. По лицу. Угу. А что за подарок? Он с рейдов выглядит. Он это фоткается, наверное. Ну. Потому что ему башку. И че он базуку кидает? Давай, Падает. Лови. Я базуку куда. Че, скрин-то сделал? Зачем мне скрин сделать? Не знаю, все всегда скрины хотят. Нет. Я не такой. Ты не такой, да? Спасибо тебе за твое творчество. Крутые видео. Ну, тебе спасибо за подарки. И за хорошее мнение. Ну ладненько, мы здесь фармим, так что спасибо тебе большое. Так, ну лутали мы с тобой, в общем, 1065 топлива. Ой, 1065 этого жира, и получилось 1500 топлива. Да, сейчас идем в ангары. И, ну смотри, нам придется плавить прямо там, в шарике. Будет опасненько. Ну, на самом деле, что-то с животными здесь, да. Надо содержать эти 5 рудников. Прикинь, это в каждый хотя бы надо закинуть по 1500, чтобы эффект был. Так, мачете у меня есть. По-моему, оно быстрее разрубает. Все, помчали. Ну, а кого здесь уже скочевряжило-то? А ты я нахуй дал, пацаны. А что-то выпадает? Ботинки? Отлично. Так. Ну, я думаю, ладно. Так, раскидаем.
Зачем Сёпчика убил? Короче, грубо говоря, у нас 600-560 топлива получилось. Ага. Херня. Это я еще докинул туда. Надо это... Животных тоже лутать, все, уходим. А отлично, вышли с тобой за животными, лутаем сульфур. Прекрасно просто. Теперь надо тпшиться домой, у меня почти 6000 сульфура мы налутали. Домой тпхаемся? Ну да. Называем. Они внутри что ли уже? Все, нет, не внутри, убил всех. Выходите, лутать надо. Я лутаю. Я тоже патроны возьму. Где? Вон слева, слева. От меня. Не вижу. Вот. Ага, вижу. Нормально. Короче, раз они контролят нас здесь, надо я, короче, сейчас сделать этот. Вышку сейчас сделаю прямо на воротах на нас. Так, еще два. О, 300 патронов у меня, нихера себе. Никто тут не бежит. Так. Я прикрываю. Кости. Ну, короче, тут броня похеренная еще. Нет. Это не стоит. Надо вышку здесь замутить. Все. Заходи, заходи. Блин, я закрываю. Да ладно. Не успеешь, да? Успел. Успел. А если я открою эти ворота, меня убьют, да? Возможно. Я хотел бы спуск как бы сделать. Меня кто-нибудь может прикрыть? Подожди секунду, я пока сегодня сейчас нужно. Я не дом, Бонни, я сульфур лутаю. А, прямо. А, спасибо, я все понял. Ща, подожди. I'm happy. А ты кричи всем, I'm friend, блядь. Ну я что-то боюсь даже в глазок здесь посмотреть, сейчас как пролетит в глаз. Через ворота. Пиздец. Ты готов? Да. Давай. Почему только, я не знаю. Открываем ворота, и я пытаюсь поставить проход. Ты готов? Да. Они уже там, их толпы. Они забегают ордами. Свертухи каждому. Не ставятся. Все, все было зря. Нормально подготовились. Все было зря. Закрываем. Смотри, какой я. Ты так хочешь. Опа. Нормально, да? Ща мы им тут все перекроем, блядь. Да, завтра. А, да. Подожди-ка, а как-то вот здесь вот он хотел ставиться, не? А что такое? Во. Ну как-то херово. Нормально закрыл? Не, в натуре. Или ремуете? Не, ну смотри, такой, как раз глазок только и остался. Пароль никому вводить больше не надо в ворота. Давай проверим. Такая дырка узкая, бля. Ну и норм. Не? Херня? Да. Ну ладно, сделаем как-нибудь по фэншую. Смотри, как классно, здесь прям можно под забор стоять. Да. Тут прям типа... Вообще, прям посмотри, я прям... А я падаю? Подожди. А мне не упасть, прикинь? Да. Прикольно. А ты можешь стрелять, короче, прям вот туда вот, прям рожей лезть и стрелять. Нормально. Вот тут я замутил. А может... Подожди-ка. А мы сможем потолки сюда забагать? Нет. Слушай, а знаешь, что еще можно? Mm-hmm. Это провести вообще прям гениально. К печке? Нет. И сделать там стрелковую башню из печки? Провести к этой... К столбу. Ну? И чё? И чё-нибудь. И чё-нибудь. Типа лестницы. А, окей. На, лови. Вот. Что это даёт? Дает нам вышку. О, смотри, типа, сфоткай меня, типа я ворона. Карр. Смотри, ты такой столбом прокинулся, и все нормально. Подумай, что стреляет. По красоте можно сделать как-нибудь. Ну, я понял тебя. Сейчас сделаем. Смотри, что я сделал. Нормально? Вообще класс. Мы с тобой прям строители. Только вот здесь бы что-нибудь сделать. Может в натуре веревочную лестницу вот здесь посередине-то поставить? Ну, вот это вот разбить, и здесь веревочную лестницу поставить. И треугольник, да, например, вот туда, чтобы легче было. Люк! Чё мы тупим? Люк поставить, да? Чтобы люк. Ты поднимался прям на плоскость, да? И все нормально люка, было. Типа. Да не зачем два, один всего лишь. А.
Вот, смотри, вот здесь вот. Поднимаешься, ну, и идешь, да, спокойно. Ну, короче, как-то так. О, норм. Так, теперь надо сделать люк. Люк готов. Так. А, в смысле, он правильно ставится, не понимаю. Да. Во. И здесь мы наверху. Так, что ты говоришь, лестницу попробуешь, что можно туда поставить? Так, крафт. Нет, сквозь проходит нельзя. А вот сюда можно идти? Ой, на лестнице? Тихо, Настя, 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 ты что творишь? Я вообще на месте стояла. Нихера себе ты на месте стояла, проволокла меня поворотом. Так, что бы здесь-то придумать? Ну вот и получилась наша вышечка, это норм. Так, только я придумал еще, можно не использовать эти штурмовые лестницы. Можно еще одного сюда прилепить. Люк поставить еще один, подожди. И причем его можно, знаешь, как поставить? Вот так. Понял? А. Ну, то есть ты так проходишь, а так люк взял это. Если враги здесь, то люк, когда в открытом состоянии, они не смогут пройти здесь. Понял? А у тебя есть лестница еще? Ну, могу сделать, а зачем тебе? Давай, ну там повесить наверх, чтобы еще выше можно было. На, держи. Тебе две дать? Или одну? Одну. Ну вот и все, мы полностью его оборудовали. Ништяк. И со стороны так неплохо смотрится вроде. Корявая херня какая-то. Так, ну что, раскидываем топливо в наши заводики. Mm-hmm. Я закидываю топливо тогда, а ты заводи мотор. Я сейчас. Угу. Он в ебене. Кто там стреляет с лука? Пер. Я, нет, я уже дома. Все, садхом поставлен. Все у нас заводы работают. Мы посмотрим, на что способны этих 5 заводов. Так, ну что, все, отправляемся. Брейд. Какой дом-то? А здесь рядом стоит какой-то. Химик сказал, что они вдвоем там живут, да, и погоди, постреливают.